Из Харькова без пересадок. В этом году из города можно будет улететь в Германию, Испанию, Италию и на Кипр. Какие еще рейсы на подходе, расскажет Светлана Шукера. Ольга с родителями летит в Шарм-эль-Шейх. Девушка говорит, хотела бы летать из Харькова дешевыми лоукостами и в Европу, как ее киевские друзья. Я слышу постоянно всякие, не знаю, предложения от моих друзей из Киева. Поехали, поехали. Но у нас вот в Харькове пока что лоукостов нету. И мне, как студенту, было бы намного бюджетнее и комфортнее ездить с помощью этих лоукостов. А еще харьковчане хотели бы летать без пересадок в теплые страны. Ну, у нас как бы с погодой же не очень хорошо. Море хочется. Харькова было бы удобнее, потому что, конечно, Киев все-таки далековато. Особенно с детьми это фактор такой немаловажный. Сейчас из Харькова можно вылететь прямым рейсом в Киев, Варшаву, а еще в Беларусь, Израиль, Турцию и Египет. Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная обещает, уже в этом году возможностей станет значительно больше. В область приходят 3 новые авиакомпании. Вже з квітня місяця буде двічі на тиждень виконувати рейси до Дортмунда, Німеччина, а також із червня місяця до Катовіце, Польща, також двічі на тиждень. Georgian Airlines буде з Харкова відлітати до Тбілісі двічі на тиждень. Українська авіакомпанія буде виконувати прямий рейс Харків-Мілан двічі на тиждень з квітня місяця. На етапі отримання ліцензії із червня місяця авіакомпанія SkyUp зайде на харківський ринок із 5 новими напрямками. До Барселону, Ларнаки, Тівату, Бургасу та Рімені. З появлением этих рейсов легче будет добираться и в другие города Европы. Например, попав в Катовице, долететь до Ирландии и даже в Португалию. Дортмунд – город на северо-западе Германии. На расстоянии не более 200-250 километров от которого находятся известные нам Амстердам, Брюссель, Дюссельдорф, это Катовице. Из этого города вылетает достаточно большое количество рейсов. Сейчас идут переговоры с авиакомпаниями для организации полетов в Дубай и Одессу. А в следующем году жителям области обещают рейсы в Лондон и Львов. Цена билета у компании «Лоукостера» в среднем 1500 гривен. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал «Интер», Харьков.